День добрый, добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube канал Let's Play по-русски, и мы продолжим играть в игрушку Binding of Isaac Wrath of the Lamb. Итак, я вот только что записал свой влог, в котором я сделал парочку фейловых прохождений. Я думал, влог перейдет в полное прохождение, прохождение сказала сейчас, и я себе вот сейчас долил чайку. Давайте отдадимся кнопке рендом и отправимся. И Самсон. По-моему, Самсон это единственный герой, которым я... Почему он так быстро стреляет? Его что изменить? Я просто так давно не играл с Самсоном, что уже... это небольшое сумасшествие у меня. По-моему, Самсон это единственный, кем я еще не проходил серого ребеночка. По-моему, ангела я проходил им, а вот серого ребеночка в сундуке еще не проходил, так что вот так. Может быть, стоило бы постараться, попытаться. Но, скажем так, четки. Это такая легкая ловушка, потому что четки, они нам дают пару серых сердечек, но в то же время они полностью убивают у нас шансы получить что-то приличное в магазине, потому что практически каждый раз у нас будет Библия. Но так как у меня всего лишь одно сердечко сейчас в начале, это мне очень пригодится. То есть вот эти вот серые сердечки. Поэтому давайте отправимся дальше. Может быть, это мне поможет вот именно перейти вот эту самую первую начальную сложную фазу Самсона. Набрать побольше здоровья, побольше урона и тогда отправиться. И тем, кто не знает, Самсон, у Самсона очень специальная возможность, а то есть у него ярость. Чем больше врагов он убивает, тем больше урона он наносит. Проблема в том, что, как видите, у меня сейчас минимальный урон для Самсона. И босс, у которого просто нету друзей, который не вызывает мобов, это. И поэтому мне приходится его долго-долго клевать. Но это, скажу вам честно, почему-то Самсоном мне играть не так страшно, как Евой. Потому что Евой я точно знаю, что у нее, если я не соберу ничего, то есть никакого апгрейда на урон, то, да, все это будет очень-очень страшно. У меня даже, помню, был такой очень короткий фейловый забег, который я решил не записывать, в котором я практически сразу же Евой собрал Серу. И потом Серой не мог с двух раз убить маленьких зомби. Это был абсурдный, абсолютно бессмысленный забег, который закончился очень быстро и очень грустно, но да, это... Самсон меня так не пугает, потому что даже если я ничего не соберу, то он, по крайней мере, имеет возможность набрать обороты, потихоньку-потихоньку набрать больше урона. И, по-моему, стоит сюда заходить, потому что здесь бывают иногда хорошие вещи. Хвост кошки. Честно, я не знаю. Давайте возьмем. А почему бы и не взять? По-моему, у меня еще вот этого специального ачивмента нету. Ой, извините. Я мышку оставил на экране лежать. У меня еще специального этого ачивмента с кошачьим костюмом тоже нету. Так что вот так вот. Может быть, мы сможем собрать полный кошачий костюм за это прохождение. Ну, вряд ли. И что кошачий костюм делает? Он повышает возможность получить золотой сундук. В то же время понижая возможность получить ключ. Что тролльно с его стороны. Но. Так, давайте я разберусь с ними. Не умерев сразу же. Позорно. Абсолютно. Позорно куски мяса, чтобы вы... Куски мяса. Вот как с ними справиться? Вы видите... Это все кошачий хвост. Да. Так, у нас это не двойной этаж. Хорошо, давайте тогда посмотрим, что у нас здесь есть. Хорошо, буду тогда пользоваться кошачьим хвостом, раз я его взял. Получили пару бомб, парочку монет. И больше у нас, скорее всего, ключей до конца игры не предвидится. И конец игры может настать очень-очень-очень скоро, потому что птица, как всегда, тупит. Так, геройский гиш, выброси мне ключ. Монетка, бомба, хорошо. И здоровья нет, это не модно. В наше время. Здоровье? Что?
куда? Зато маленькие мухи мне подняли урон. Хорошо. Не очень высоко, то есть это абсолютно таким жестоким человеком мы стать не сможем. Но все-таки это приятнее. Это приятнее, чем минимальный урон. И зомбики, давайте. Давайте так. Птица, пожалуйста, сделай что-нибудь. Молодца. Сердечко. И давайте пройдемся по всему этажу, потому что сейчас мне нужны вещи. И, по-моему, лучше рискнуть и начать прохождение с самого начала, чем бежать вперед и просто тупо через минут 10 просто сдаться считать. Ну, я, конечно же, сдаваться не буду, но когда понимаешь, что урона и здоровья не хватит на то, чтобы пройти даже маму, не то чтобы... Не знаю, там ангела меня зажали. Я как-то стал в углу, так и я отсюда никуда не пойду. И никуда оттуда не пошел. Так, аркада. Хорошо. Сердечко. Я думаю, что монетки в кровавой машине мы не будем меняться ими. Но вот эта штука, она могла бы мне дать, например, 2 бомбы. Спасибо, штука. Ключей у нас нету. О, отлично. Этот товарищ нам может дать скорость или парочку сердечек. Ну, посмотрим. По крайней мере, у меня достаточно скорости, чтобы от него убегать. Это не страшно. Это все спокойно. Просто бегаем по кругу. Притом он не геройский, он самый обычный. Так, толбетка. Что ты мне скажешь? Меньше Знаешь что? Пойдем взорвем эту штуку и эту штуку. А пол сердечка. 4 монетки. Угу. Мне это поможет. Как мне это поможет. Спасите меня. Кто-нибудь, пожалуйста, это 2-й этаж, а я уже сдался. Ментально и морально. Так. И вот почему я Самсоном еще не прошел. Ангела. Не ангела, а серого ребеночка. Или синего ребеночка, мертвого ребеночка, тролльного ребеночка. Вот именно так, да? То есть я стою, думаю, что я в полной безопасности, и тут он хрясит меня. Плюнул. Нет, давайте с Самсоном попытаемся. Из принципа. Вот просто так. Сейчас буду себе бить в грудь, орать, то что все из принципа. Сейчас. Так. Ишь. Я бы тебе сказал, но. Это классная вещь, которая нас, к сожалению, замедляет. Так что нам нужно будет осторожно себя вести, но у нас плюс здоровье, по-моему, плюс все статы. У нас все поднимается высоко и... Да. У нас... Слезы особо не поднялись в уроне, но они, по крайней мере, стали красными, что устрашит врагов, абсолютно устрашит. Я в этом уверен. Я просто уверен, что они знают, что они должны бояться. Бойтесь! О, отлично. Ключ и синий камень. Бум, серая сердечка. Отлично. Стоит идти в библиотеку? По-моему, стоит. Библиотека, в ней может оказаться синяя книжка. И... библиотеки. Так, давайте это используем. Давайте возьмем некрономикон. И пойдем убивать босса. Некрономикон — приятная вещь, которая просто наносит всему в комнате урон. Она хороша для того, чтобы очищать комнаты. Ну и на босса можно немножко напасть. Так что это не страшно. Так, хорошо. Давайте будем тогда бегать. Ага. Некрономикон. Но из-за моей низкой скорости он меня очень-очень легко догоняет. Все понятно. И мне очень хотелось бы, чтобы босс мне выбросил бомбу. Потому что тут еще один синий камень. А маленький камень в камне еще никто не отменял. Так что оттуда апгрейд на урон тоже приятно получить. Так, и от них было бы тоже приятно апгрейд на урон получить. То есть там в голове. О, отлично. Прям как заказывал. Все, хорошо. Конечно же, теперь мне нужен апгрейд, который обычно абсолютно никакой. Скорость. Но в этот раз, да, апгрейд на скорость очень-очень нужен, потому что
конечно же, много урона и много здоровья, которого у меня сейчас нету, но все-таки много урона у меня уже есть. Мне можно даже назвать это приличным уроном. Потому что два апгрейда на здоровье, плюс мой рейдж. Это хорошо. Так, так, бомба. Давайте посмотрим, что у нас в сером сундуке. Серый сундук, что ты скажешь? Еще больше денег. Хорошо, мы, может быть, на этом этаже сходим в магазин. Я не против магазина. В магазине водятся хорошие вещи. Да, да. Например, одежда монашки, которой я бы не, абсолютно не отказался, потому что тогда я могу постоянно пользоваться некрономиконом. Так, давайте долбетку закинем. Больше слез. Не откажусь. И... точки. У меня ключей нету. Ня, ня. Так, спокойно, спокойно. Почки, дайте ключ. Нет. Я вас тоже туда посылаю, почки. Куда вы меня только что послали. Идите туда, пожалуйста. Быстро, быстро побежали. Нет, спасибо, комната шупастая. Зубастая, абсолютно бесполезная. Зомбики, 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 зомбики. Нет, ну она, ее можно использовать, но это бывает очень редко, когда она становится полезной. Настолько, чтобы можно было и вправо пойти и рвать себе там зубы в этой комнате. Так, пол сердечка. Давайте воспользуемся некрономиконом, чтобы не потерять по глупости здоровье. Так, и давайте тогда это здоровье, которое мы сэкономили на этой комнате, потратим по глупости. Суперсекретная комната. Машина, которая мне, скорее всего, ничего не даст. Но давайте в нее поиграем. Раз у нас ключей нету. Пошли со мной. Так уж и быть. Пускай летает. Не откажусь. Так. И мне еще в зубастую комнату нужно будет сходить. Но давайте. Так, это сила. Может быть, да нет. Я буду серые сердечки терять, так что сила, она ничего не делает. Удваивание денег. Не откажусь. Сейчас еще можно будет больше поиграть. Но вот да, серые сердечки и, может быть, какая-нибудь карта, которая удваивает ключи. Тогда, когда у меня нету ключей, я тогда могу воспользоваться этой картой, у меня будет тогда один ключ. Да, потому что 0 умножить на 2 — это 1. Да здравствует математика во время комментария. Это самая жестокая вещь. Абсолютно недавно опозорился. Сложил 5 и 8 и сказал, что это... Нет, 5 и 7 и сказал, что это 13 или что-то такое. Абсолютно позор был. О, спасибо. Взорвалось культурно, прилично. Давайте возьмем силу. Так уж и быть, может быть, на боссе используем. И пойдем посмотрим, что у нас в зубастой комнате. Два сундука, в которых... Одно серое сердечко, то есть мы просто сюда зашли, поубивали пауков и вышли отсюда. Отлично. Так... Теперь вопрос такой, стоит ли мне сейчас искать секретные комнаты, или стоит ли мне наоборот... Давайте оставим, пока с боссом не справлюсь, давайте оставим. Простой босс, ничего страшного такого. Давайте его тогда убьем. Силу, я даже не знаю, стоит ли. А давайте, или пускай, чтобы просто быстрее с ним справиться, с бедняжкой. Так, а мой соратник, душа мертвого ребеночка, ты что-нибудь делаешь? Ну, она так летает, вроде бы как бы работает, но так, эффекта нету, но работает сделка с сатаной. Давай на серые сердечки, давай сделку на серые сердечки. Вот точно бы не отказался. Я возьму рог, потому что это прямой обредный урон, больше слез, не откажусь. Так, следующая карта это... Абсолютно бесполезная башня. И давайте я тогда Сера, но я отказываюсь полностью, сразу же отказываясь от всего своего здоровья. Нет. Притом вы на меня в последнее время кричите, что фу, сера. Да, сера. А, как раз ключ. Откуда он у меня? Я не помню. Но я им вас больше здоровья. Хорошо. Это хорошо. Так, куда-нибудь еще могу сходить? Нет, больше никуда я не пойду. Давайте спущусь вниз. Глотну чайку. Хорошо. Так. И мы пойдем дальше.
и я башней. Я воспользуюсь башней в перенаселенной комнате, которой нужно будет убрать население. Но, скажем так, мой урон мне нравится. Мне было бы интересно еще получить парочку модификаторов на, может быть, на сам по себе способ выстрела. Но, в общем, мне это нравится. Что мне не нравится, это просто количество моего здоровья. Скорость, как видите, у меня терпимо-терпимо. Если и боссов, которые на скорость по-настоящему действуют, их немного. Так что это вполне терпимо. Давайте будем собирать дальше идти. Счастливая нога. То есть не будет негативных таблеток. Хорошо, давайте возьмем. Не откажусь. Притом у меня возможности изменить это никак нету, так что отказываться бессмысленно. И давайте пойдем. Мухи! Зря вы такой кучкой. Это же Самсон, вы что, не знаете? Что это? Я уже не помню. Больше скорости и дальше стреляю. Хорошо, давайте воспользуемся бомбами. Просто так, чтобы было весело. Убьем всех, кроме одного. Ничего, не страшно. Так, теперь... О, вот эти слизняковые товарищи. Хорошо, без проблем. Сейчас мы их всех поубиваем, потому что урона у нас несметное количество. Потому что, видите, он у нас не ресетится, он не сходит на ноль. Врагов много. Отлично, у меня при том еще некрономикон перезарядился, то есть можно будет его использовать, если будет какая-то неприятная комната, на которой можно будет потерять здоровье. Так что идем. И чпок, хорошо. И тебя туда же, в том же направлении, оп, с теми же намерениями. Есть ключ. А, хорошо, мне нравится. Лазерные мухи. Нет, не смогли на меня напасть. Давайте посмотрим, что в зубастой комнате. В зубастой комнате... я уже не помню, как это называется. Давайте посмотрим, как это называется. Книжка Белиала. Она нам поднимает просто урон на комнату. И я вам скажу честно, я не знаю, что лучше. Постоянный урон на комнату или взрывной урон вдруг сразу же, чтобы очистить комнату. Я возьму книжку Велела, потому что она, по идее, для боссов. На боссов она намного лучше. Хотя вот здесь вот я, например, мог бы использовать Некрономикон, но он бы подошел здесь намного лучше. А книжку Велела обычно на простых комнатах не используешь, потому что хочется... А, я его оставлю на босса! Абсолютно на босса. Нет, нет, слишком хороший, чтобы использовать не на босса. А на босса заходишь... Я не буду его использовать на босса, я его использую на следующего босса. И так оно и продолжается. Так, бомба, ключ, монетка. 10 монет. У меня 3 бомбы. В зубастой комнате я прохода не видел в секретную комнату, а то есть у меня только 2 шанса. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Здесь? Нет. Здесь? Не зря. Магазин я иду. Держись, магазин. Сейчас как зайду. Батарейка. Не откажусь. Заходи. Пошли со мной, батарейка. Хорошо, давайте купим еще бомбу. На всякий случай. И тогда у меня еще 15 монеток целых, так что можно будет пойти в следующий магазин. И батарейка мне будет постоянно... И я даже уже не помню, какая это батарейка, но... Так, давайте используем, чтобы быстрее сразиться с боссом. И вы видите, у него червячки появляются. То есть у нас можно будет еще выше поднять наш урон. Что это очень приятно. Хорошо, молодец. Хороший червячило. Маленьких червячков. С одного удара? Нет, двух. Хочу с одного удара их убивать. Так... Я уже не помню, кто у нас хотел в сказках. Там чего-то... бабка. Бабка с корытом. Бабка и ее корыто. Вечная история. А это полет? Да, это полет. Это я постоянно полет путаю с проклятиями. Полет я возьму обязательно. Полет это очень полезная вещь. И мы пойдем дальше. Хорошо. Так, все, готов. Так, теперь с ним
сделка с ним абсолютно бесполезное дело в моем случае, но, скажем так, если я пройду все вот это, я бы даже отказался от всех своих сердечек, скажу вам так. Потому что Polaroid — это такая штука, что она даже лучше действует, если у нас нету красных сердечек. Поэтому это конечно же, постоянно пользуемся тем, что мы можем постоянно двигаться и смотреть, все собирать. Потом два красных сердца было пожертвовано именно ради этого, а также для прозрачных пуль, поэтому я могу прятаться на камнях. Это очень полезная вещь. И давайте вот так. Вот честно, я уже не помню, где я нахожусь, поэтому, чтобы вдруг на маму не наткнуться, давайте я сначала здесь соберу все. Прозрачные слезы, я. Так, есть зомбик. Угу. Следующая мухвы. Мухвы! Мухвы! Паук! И все-таки я смог. Как бы постарался, получил урон. Молодец. Возьми печеньку на полке. Так. Ой, я вспомнил абсолютно жестокий анекдот про печеньку на полке. Лестница мне в этом случае не понадобится, скажу вам честно. Абсолютно не понадобится. Так что давайте пойдем дальше искать золотую комнату. Лазерные мухи. Нет, это, так как это толстые мухи, это... Да, это у нас уже не просто, это современная музыка, как ее там. Как ее там, это вуп-вуп-вуп-вуп-вуп. Господи, я уже забыл, как называется. Да, я забыл, как называется, я надеялся. Обычно, как говоришь, а я забыл, как называется, и вспоминаешь, как это называется, то, что забыл. Но нет, в этот раз я забыл, как называется. Совсем забыл. Давайте, по крайней мере, подниму, чтобы оно мне больше не попадалось в магазинах. И пойдем дальше. Это переносной однорукий бандит. И я вспомнил, как называется. Нет. А я все еще надеюсь. Мозг, давай. Нет, абсолютно не помню. Правосудие, это, да, нам дает всего понемножку. Хорошо. Как только я перестану об этом думать, сразу же вспомню. Всегда так обычно происходит. Спасибо, паук, я тебя тоже люблю. Так, он меня просто любит, хочет обниматься. Он постоянно ко мне лезет. Целуется. Так, давайте это... Да, прозрачные слезы все-таки. У них есть мин. Еще один! Ты надо мной издеваешься? Что у нас здесь? Да, два сердца, это хорошо. Плюс один. И мы идем дальше. Давайте пойду наткнусь на него один раз. Так уж и быть. Так. И музыка называется... Ну давай! Мозг! Давай! Вуп-вуп-вуп-вуп. Дрынь, да-та-та-та-та-та-та-та-та, дрынь, да-та-та-та-та-та-та, дрынь. Нет, все. Не вспомню, как называется? Нет. Все, я перестану, нужно с этого этажа уйти и забыть об этом совсем тогда. Нет, мой мозг все еще пытается вспомнить. Ну, пускай. Это его дело. Самое главное, чтобы он вовремя уворачивался от босса, который абсолютно отвратительный. Притом у него нету помощников, кроме его кровяных какашек, которые вырастают обратно. Притом очень неприятно, что они остаются после него. То есть они остаются просто на уровне, вырастают обратно, на них ни в коем случае не стоит натыкаться. Это невыгодно. И музыка называется... Саптрапняптяппапляп. Хотя бы какая-то комбинация букв должна подойти под фабвуф. Я вот точно помню, что что-то вроде вот так вот было все.
Эй, Паджи! Нет, это не Паджи, это Крэмпус. Ну ничего, Крэмпус нам даст хорошую вещь, уголек, если я переживу его, конечно же. Надеюсь, что у меня это получится. И музыка... Вот честно, я сейчас играю в 155 раз хуже, потому что мой мозг пытается вспомнить, как называется направление музыки относительно недавно. Ну? Нет. Да, я даже ртом пухнул от натуги, но не вспомнил. Бывает. Это жестоко. Мне что, сейчас пойти погуглить? Это жестоко. Ну давай. Я верю в себя, мозг. Мозг, я верю в тебя, сказал мозг сам о себе. Не доверяя себе сам и говоря сам себе что-то непонятное. Так. Очень проблематично, когда сам являешься мозгом и просишь сам у себя что-то, что не можешь сделать. Это философская проблема. Героический тролль. Так, хорошо. Есть. И здесь мы сможем увернуться. Эта комната нам не страшна. Чпак, чпак, ключ. Вот чего у нас хватает, так это ключей. Вот это радует. Летуньки. Ляпа-тяпа-папа, турелька. Турелька. Зачем ты на меня так наехала, жесток? Ты... Давай, мы сейчас один на один, так что просто скажи мне. Признайся. Я даже не знаю, стоит, давайте. Книжку еще запущу, чтобы было побольше урона. О, господи, боже. Это скорее всего из-за того, что я книжку использовал. По-моему, оно не запускает вот такой не хард модус, а просто вызывает еще вторых врагов. Вторую волну врагов. Так, зомбики. Мои самые любимые враги. Как бы вы взяли и умерли. Было бы очень хорошо. Молодцы. Взяли и умерли. Сердечко мне не понадобится. Идем дальше. А музыка нет. Ну. Так, значит, хорошо. Ой. Пластисусики. Вот от кого, так это от пластисусиков очень стыдно получать урон. Так, давайте, пока у меня книжка уже заряжена. То есть, игра решила мне всех сложных боссов брать сразу же. Спасибо, игра, что ты обо мне беспокоишься. То есть, я понимаю тебя. Ты хочешь, чтобы я получил хорошие вещи? Обо мне беспокоится, бедняжка. Спасибо. Будь ты проклята. Осторожно. Да! И как он мне мог дать самую плохую вещь из комнаты сделки? Нет, это не самая плохая вещь. Это Мэгги, она стреляет, она хорошая. Извини, Мэгги, что наорал на тебя. Там есть еще один братик красный, который нам восстанавливает красные сердечки, и он, совсем никому не нужен, обычно. Например, мне совсем не нужен, потому что он восстанавливает красные сердечки, которых у меня очень-очень мало. Единственная надежда пройти эту игру — это на серых сердечках. Потому что урона у меня много, а здоровья мало. Так, хорошо. И шансов у меня набрать еще больше красных контейнеров очень мало. Так, давайте все туда. Все сюда. Молодцы. Просто хорошие. Страшные, жуткие твари. Гвоздь! Та-да! Я отсюда смогу выйти. Гриб! Ха-ха! Это просто жестоко. Если я сейчас абсолютно не сглуплю, то я смогу пройти эту игру. Скорее всего. Потому что гвоздь нам повышает урон, а также дает одно серое сердечко. И так как у меня батарейка, то мне... Да, видите, мне намного легче собирать серые сердечки. Мне быстрее заряжаются они. Угу. Так, господи. Извиняюсь, это у меня просто... Так.
кто заметил, я просто на загрузку Scrolls поставил, там апдейт был. С крафтингом! Они теперь знают, куда мне девать все мои ненужные, как будто, карточки. Хитрые. Хитрые пронырливые моджанговские. Они говорят, вы соберете карточки, и потом можете их сделать красивыми. Абсолютно бесполезно, но красиво, и вы не сможете зарабатывать себе лишнюю валюту и не сможете этими карточками меняться с друзьями, а можете их сделать вот так, блестящими. Берите, пользуйтесь этим, это классно. Спасибо. И сейчас качал апдейт. И он на меня выскочил. Да, оказывается, он иногда выскакивает на людей. Есть у него такая привычка. Так, давайте облетим этого товарища, который опять к нам просится, я не знаю почему. Но... Да. Мне вот вместо него попрошайка простого был бы просто, ну, очень рад. Вот как пятачок. Так. Хорошо. Хорошо. И уворачиваемся. И... А, дяба-дяба-дяба-дяба-дяба-дяба-дяба-дяба-дяба. Гвоздь. Да, давайте сейчас используем. На-на-на, видите, еще гвоздем можно вломать камни. Давайте посмотрим, что он... Скорее всего, нужно было гвоздь на эту комнату оставить, да. Скорее всего. Хотя, кто его знает. Ну, уж точно не я. Итак, у нас последний шанс будет на следующем этаже сходить в магазин. Так как у нас уже следующий босс, это мама... Так, давайте поговорим с ним. А? До половины сердечка опустимся. Там у меня просто валяется сердце. Нет, все, все. Я пошел, ты меня не соблазнишь. Так, так, давайте сюда зайдем. О, у меня много сердец валяется повсюду. А может, стоит этим заниматься? Давайте попытаемся. Давайте еще два захода до него сделаем. И чпок. Чпок. Нет, ну все, 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 больше не буду. Ты меня не соблазнишь в третий раз. Такой вот я, несоблазнимый. Три раза и нет. Абсолютно. А то это... А, так, чай. Так, сердечко. А, и он меня опять соблазняет. Нет, все, все, я сказал нет. В этот раз. Третий раз. Нет, все. Пойдем на следующий этаж. Пойдем проиграем против мамы и закончим это прохождение спокойно. Со спокойной душой и невыполненным долгом и планами. Так. Опни. Ня. Тоже. Это, как я гордо и храбро ринулся прямо в луч. Хорошо, что он немножко... Нет, то есть я немножко запоздал. Так, быстрее, 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 пока красные и зеленые турельки не начали меня стрелять. Ха! Не откажусь. Еще один друг, который стреляет. Делает противоположные вещи и стреляет. Так, тут нужно двигаться. Это я помню. Это полезно в этой комнате. Так, хорошо, что у них были не лучи, а то летающие червячки. Так, хорошо. Ключ. Оп, гвоздь. Для дополнительного сердца. Идем дальше. Шлем, привет. Прощай, шлем. Пока-пока. Жадности, осторожно. Потому что в магазин-то хочется, а в магазине иногда бывают две вещи. Иногда, очень редко. Может быть, это было не во время патча, может быть, сейчас это уже убрали, но у меня все-таки память о хороших, старых добрых временах остается. Эх, помню, когда у меня вещи для полета практически в каждом забеге выпадали. Это как только-только вышло Wrath of the Lamb, дополнение, и там все эти новые вещи. Не знаю, может быть, Эдмунд Макмиллан хотел показать, что они все-таки появились. А, как будто, знаете, люди покупают аддон, а там новых вещей нету. Они не выпадают, потому что они классные и редкие. А, и он поставил просто шанс получить их намного выше. И поэтому можно было их получить очень-очень часто. Так, я получил все-таки урон от этих мух, хотя мог спрятаться вот над этой дырочкой, что я сейчас и делаю. Так. Хорошо. Ну, сколько пуль летает тут? Радости. Полные штаны.
Так, и пуль тоже. Полные штаны. Но не у меня, а у врагов. Так, 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 так. Есть там, есть сундук. Полсик, тип-тип-няп-няп. Тяп-ляп, как говорится. Так, привет, умри, дай мне что-нибудь хорошее. Чай, карта. Спасибо. Иди, иди отсюда. Давайте это взорвем. Просто так. Ну, парочка монеток, бомба. Заработали еще 3 монетки. При вандализме-то приятно. Вандализм, деньги зарабатываем. Так. И давай магазин, давай, дорогой. О, господи, какая неприятная комната. Давайте я стану над камнями и буду вот-вот все, буду пользоваться теми вещами, которые мне дали. Хорошо. Умри, молодца. Так, давайте на следующей комнате используем войс. Хорошо. Так, как раз войс очень-очень хорош тем, что можно им вскрывать синие камни. Это тоже очень приятно. Но, как видите, мы уже пополнили себе коллекцию серых камней. Серых сердец. Сейчас давайте сходим в магазин. Потом я решу, стоит мне этим заниматься или нет. Потому что, по идее, оттуда я ничего особо такого классного выбить уже не могу. Единственное, что я мог бы попытаться выбить, это дополнительное здоровье из... Так, спасибо, лестница. Второй раз в магазине лестница. Нет. Магазин мне сегодня решил не помогать. Из принципа. Аркада. У меня просто 17 бомб. Давайте этим вот так вот воспользуемся. А в эту штуку бросим... Не, это хорошая штука. Она мне нравится. Она в первой монетке бросила синий сер... Ага! Осторожно. Не наступаем на вшу. А то нам придется идти. Ага. Это очень хороший автомат, который нам постоянно... Моя одна карада. Так. Тут, конечно же, сейчас проблема в том, что хорошие тринкеты отталкиваются в сторону вши. Так как у меня сумочки нету, это все может закончиться очень-очень... Такой вопрос. Что лучше, гвоздь или вот эта штука? Гвоздь мне дает больше урона и... дает мне возможность сломать все. Эта штука открывает мне полностью этаж. Конечно же, на злых этажах я от этого ни в коем случае не откажусь. Давайте сейчас пойдем... А, как раз там карта была, по-моему. А, нет, не было карты. Это страничка. Так, серое сердечко, как видите. И сейчас при эффекте мне, может быть, еще показал либо уровень. Как раз я здесь в секретной комнате был или нет? Я уже не помню. Бум. Нет. Куча монеток еще. Хорошо. Давайте тогда пойдем дальше. Сразимся с мамой. Но скажу вам честно, у нас приличные шансы, чтобы дойти, по крайней мере, до ангела. Если не буду тупить абсолютно и совсем, то да, у меня есть приличные шансы. У меня хорошие вещи. Мне можно будет смотреть на карту на злых сложных этажах. У меня, как видите, рейдж. Каждый раз, когда враги умирают, у меня поднимается урон. А то есть, если себя вести прилично, так, не тупить, то можно этим воспользоваться. Но так как я давно не играл, это все, конечно же, может закончиться очень плохо. А также может все закончиться тем, что у меня просто будут абсолютно злые тролльные комнаты на красных и белых этажах. То есть это все тоже может точно так же закончиться. Так, она нас уже второй раз наступает. Потому что мне лень почему-то уворачиваться, не знаю почему. Так, я наткнулся на врага абсолютно, абсолютно не случайно. Я это хотел сделать. Еще раз. И еще. Наконец. Так, плетка. Давай, поехали. И так, все. Если бы как раз вот сейчас мне сатанинское вот это уродье, отродье, пригодилось бы, потому что мне можно было бы тогда спустить мое здоровье до половины сердечек. Так что будем надеяться, что я наткнусь на кровавый банк. Так, у нас розовый баг. Пока он сейчас думает, что делать со мной. Дать мне пройти Самсоном игру или нет? Он так...
Ну давай! Ну наконец-то. Видите, самое главное наорать на человека. По-другому невозможно. Так, хорошо. Нам нужно сейчас зарядить наш шар, и тогда можно будет уже... Тяп-тяп-мап-тяп. Попал в меня шар. Это нехорошо, потому что, конечно же, конечно же. О, с другой стороны, мне дали секретную комнату, в которой еще больше денег мне абсолютно бесполезных. Так, еще... Красные пауки. А могло бы быть что-нибудь хорошее. Так, и мне, по идее, нужны комнаты с врагами, на которых я не буду натыкаться и не стоять, пока они ко мне подойдут. Что это? Это библиотека. Ну, она мне ничего не даст, но, может быть, там будет синяя книжка, которую можно будет поднять. При том, что у меня 12 ключей. Да, вот синяя книжка, ты, как всегда, вовремя. Нет. Так, давайте возьмем. Давайте это поднимем, чтобы нам из боссов не вываливалось это. И пойдем зарядим наш шар наконец-то. Ага. Так, у нас полет. Нам не страшен. Красный. Так, красная void зона. Красный вот этот вот. Я не знаю, что может быть красный мужского пола. Красный кра. Ууу, вечное сердце. Не откажусь. Давайте возьмем сейчас, воспользуемся. И я шел в абсолютно не том направлении. Temperance. Тут такая штука. У меня, конечно, это вот банк крови. Стоит мне сейчас им воспользоваться или нет? Вот честно, это такое решение, которое может сейчас сломать игру. С другой стороны, это может меня спасти. Давайте воспользуемся. Так, я знаю, что вечное сердце ушло, но это как бы был план. Так, все. Вот теперь у меня вечное... Нет, я собрал зачем-то. Сердечко, так, спокойно, спокойно. Так, хорошо, все, теперь. На трех серых сердечках. Мой план просто это убить все вокруг себя так быстро, что, да, они не успеют убить меня. Все остальное не важно. А, ну и, конечно же, постоянно пользоваться кристальным шаром и получать от него серые сердечки. Было бы приятно. Так, а знаете, что я сделаю? Ха-ха! Вот какой я. Ангел ко мне так потихоньку подлетает. Кто в меня попал? Кто посмел в меня попасть? Ты проклят, маленький как ангел. Так. Видите, как он так с улыбкой тихонько, но подбирается. Противный херофант, это бусечка. Так, хорошо. И нам вниз нужно. Так, пласти сусы, от которых урон получать как стыдно. Все. Я молчу. Я горюю. Все, я погоревал. Давайте будем убивать мозг большой, чтобы он меня не выстрелил чем-то таким неприятным. И маленькие кишочки. И бам-бам-бам-бам-бам. Уровень дай мне простого босса. Так, как раз. Сделка с сатаной. Да. Давайте используем это. И выйдем. А то есть я получил дополнительную парочку серых сердечек, но теперь у меня постоянная защита от моего полароида. Ну что ж, вот теперь у нас все отчитывается назад. И если я на этой жизни не пройду Самсоном, то мне придется играть серым ребеночком, потому что если я умираю и у меня нету красных сердечек, я становлюсь просто серым ребеночком. Так, босс. Не самый простой босс в мире, скажу вам честно. Самое главное, чтобы боссы быстро умирали и давали нам урон. Такие боссы. Так, давайте, дорогие. Давайте, не надо. Не надо давать. Косы, брысь. Брысь, кос! Тяп-тяп-тяп-тяп-тяп. Так, ну, по крайней мере, он, по-моему, перестал вызывать кос. Так. А, но зато он начал вызывать зомбиков. Зомби, что я буду делать? Так.
есть. О, красиво. И кусок мяса, который бы мне пригодился пораньше. Но ничего, еще раз сделка с сатаной. Ничего такого особенного. Идем. Итак, уровень с маминым сердцем. Давно мы здесь не были. Давно я сюда не заходил. Впечатление, что вообще не заходил сюда давным-давно. Что я, по идее, сказал. Но ничего, повториться это всегда хорошо. Я, ну, геройские мигалка, умри. Умри. Прыгалки, вы. Так, молодцы. Хорошие. Так, давайте зарядим наш кристальный шар. Еще одна комната, которая, ну, относительно опасна. Не очень, конечно же, но могло бы быть и безопаснее. Десяточка. Опять же, можно было бы пораньше, хотя в магазинах, да. Я помню, какие у меня были магазины. Отлично. Кристальный шар, который... Мы даже шли в правильном направлении. Хотя давайте посмотрим, что здесь в секретной комнате. Иногда в секретных комнатах бывают хорошие вещи. А теперь всего лишь 3 монетки, что даже неплохо, но... Так, идем дальше. У нас всего много... Лазеры и близнец. Матушка, близнец твою. На, спасибо. Спасибо, что ты умер. Спасибо, что ты есть. Так. Лазер. Ага, хорошо, мы его убили. Теперь можно перестать носиться как сумасшедшему. Так. Зеленая геройская мипниколка. Молодца. И да, меня еще сбивает количество моих друзей. Ага. Так, все, тихо, подождите. Давайте сначала зайдем вот сюда вот. Позаходим туда. Позаходим. Убьем нашего близнеца. Отлично. Теперь можно убивать товарищи. И следующий босс уже мамино сердце. Это быстро и неожиданно. Ну что ж, будем пользоваться бомбами. Особенно вот на этих лазерах. Так. Хорошо. И так, я уже не помню, как... Да, вот так вот нужно бомбами пользоваться. Это самая правильная... Так. Возможность убивать маму. Мамино сердце быстро. Так, молодец. Теперь... Оп, молодца. Хорошая штука. Ну, а вот здесь вот можно было бы получше это сделать. Ну, это прилично, нормально. Сойдет для сельской местности. Так, следующий. Удар. Прыгалки. А, это не страшно. Так, она, по идее, должна уже скоро перейти во вторую фазу. Хорошо, что она не сейчас вышла во вторую фазу, при том, что Властелин Мух мне даст, да, кучу урона дополнительно. Ага, да. Мясо меня спас. И теперь осторожно. Теперь осторожно, потому что теперь всякая гадость у нас летит. Хотя оставлять бомбы не стоит переставать. Так, потому что урона у нас все-таки не хватает, чтобы маму сразу же убить. Хотя есть. Давайте пойдем наверх. Итак, 3 сердца. Но мы знаем, куда идти. Нам придется идти по всему этажу. Спасибо, карта мира. Спасибо. Так, давайте тогда пройдем, по крайней мере, немножко по безопасным местам. Так, хорошо. Хорошо. Спасибо, ангельский этаж. То есть ты, конечно же, мог бы быть полегче, но ты решил помочь, чтобы я не расслаблялся, чтобы я не забывал, что такое все-таки Айзек. Что он из себя представляет. Так, это был синий камешек, который мне дал 1 сердечко. Не откажусь. И... Так, вдова. У меня еще 6 бомб. Но у меня достаточно урона, чтобы с ней справиться быстро. Хорошо. Следующий. Так, осторожно. Здесь может... Оп, вот так вот. Ха-ха. 2 жадности. Которых я не люблю. Но я знаю, что ангельский этаж бывает еще хуже. Так что это все нормально. Это все не страшно. Так, следующий. Сундук. Бомбы и пара монеток. Следующий. Сундук. Хороший этаж ангельский. Неплохой. И... Война? Или это... Я их постоянно... Нет, это война. По-моему, это война. Я их постоянно путаю, но это война. Опа! Зачем я на него встал прямо? Я не знаю, зачем.
Захотелось мне явно получить урона. Сделать этот забег еще страшнее для себя. Так, есть бомба. Треф, да, правда? Бомба дополнена. Ну, спасибо. Тебя туда же. Так, давайте откроем. Красный сундук дает нам два ключа. Сундук красный. Опять же, мое мнение о себе ты знаешь. Просто по своим же поступкам просто посуди. Так, хорошо. Есть. Я. А? Да, лопни, молодца. И лопни, молодца. Итак, мы дошли до ангела. Что приятно, что радует. Давным-давно до этого не случалось. Но у нас так мало здоровья, и у нас, по-моему, недостаточно урона, чтобы его быстро и комфортабельно убить. Все. Все. Хотя нет, у меня есть еще одна жизнь. Но тогда это будет уже прохождение не Самсоном. Это будет попытка пройти ангела мертвым ребеночком. Что, по идее, тоже интересно. Но да. Давайте тогда. Так. А нет, это Самсон, но просто без здоровья. Вообще. Это... игра. Жестокая эта игра. И вот такой странный забег. Я тогда говорю большое-большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео.